Меня Анохин Андрей Николаевич, председатель Федерации спортивного туризма Оренбургской области. Мы с Женей, как говорится, просто небольшое предисловие. Да? Мы с Женей поговорили, пообщались и решили, что в туризме тоже есть автомото, поэтому решили проводить и ввести в календарь порядка 4 мероприятий. Добрый день, друзья! Сегодня у нас Евгений проводит соревнования. Сейчас мы едем на спецучасток, поснимаем, как автомобили будут преодолевать сложные участки. Без лебедки здесь делать нечего, да? Соревнования «Степные просторы» в категории «Спорт». Люди ездят в другие регионы кататься по болотам, а у себя под носом их не замечают. Один из спецучастков, который у нас проходит на дистанции спорта, спецучасток оценивается в 30 баллов, при том, что точки у нас максимальные значения, получить за точку можно 5 баллов. То есть за прохождение данного участка, как за прохождение 6 точек. Соревнования у нас в таком формате проходят первый раз. Обычно делали чисто ориентирование, без спецучастков. Такой спецучасток напоминает формат трофи рейдов. То есть трофи рейдов проходит формат в виде нескольких таких спецучастков, когда люди на время проходят их. В принципе, вот решил попробовать. Деревья порвали, ленты оборвали. Это, по-моему, так.
веревкой, наверное. Не, вот там, смотри, он дымит, парит. Парни, что там у вас? Да, нет, вот пробуем. Масло у нас, нет? Выручайка. А лебедятся за деревья. В самую жижу, в самую жижу. Там немножко закипели. Всего два автомобиля участвуют в жесткой зарубе. Ну и снимать здесь, конечно, удобно. То, что в одном месте и, в принципе, долго. Лебедка вещь. Но тоже не так все просто, постоянно запутывается. Женя, расскажи, что у нас случилось с автомобилями, которые два автомобиля у нас участвуют. На одном автомобиле у нас, получается, застучал мотор. Это вот на черном, да? Да. Ребята решили, что им сейчас проще выйти где-то с станции и доехать до лагеря, чтобы до конца его не привез. Угу. Сейчас они на лебедке будут вытягиваться на сухой грунт. А на квазике это у нас симбир подготовленный. Я понял, проводка, да? На, от лебедки идет. Провода, слабое лебедки. Сечение, наверное. Слабое сечение, да. Она начала. А сечение нормально у нас. Нормально? Нормальное сечение 75. Тогда хуевое. У меня 75,50 на двух лебедках. Тащи давай, проводайся надо. У меня 16 и ничего. Ну понятно. Ну то есть я так понял, что на этом этапе, наверное, еще будут бороться, да? Да, пока на симбир. Не сдается. Пока не сдается. Отсывают. Ну ясно. Тут ладно, понято. Охладеться провода и поеду. Спасибо, конечно, за интересный участок. Интересно было посмотреть. Ладно, давайте всем удачи, мы поехали. Давай. Ребята сходят с дистанции. Решили через посадку и до лагеря. Наверное, будут добираться. С двигателем какие-то проблемы. Да, на этом автомобиле установлен автомат. We'll be right back.